We've just landed from Moscow to another city, but I can't say where we are because the person that we've come to meet here is lying low. His name's Maxim, and he features in a video in Russia where children are asking him questions about the fact that he's gay. Now, a criminal investigation's been opened under the article of law on sexual assault. And we've come to meet Maxim because basically he's terrified. Говорили, что на кол тебя нужно посадить, что вообще таких нужно убивать. Это как, за то, что я люблю, меня убить надо? Ну, это... Впоследствии я потерял все. Семью, людей, которые меня любили. И, ну... Я потерял все, и вряд ли я смогу в России свою жизнь построить. Да, там... Во сколько лет ты понял, что ты гей? Тебе когда-нибудь пытались, девочка? Ты когда-нибудь сталкивался с негативной реакцией? Просто рассказывал о своей жизни. Эта статья трактуется так, то, что педофилия. Педофилия, да, то есть, ну, это из ума нужно выйти, чтобы сделать такую статью. So tell me why you wanted to take part in this project. Для меня это было очень важно, потому что всю свою жизнь, да, там, начиная со школы, я был в каком-то угнетении, да, там, в школе меня постоянно кто-то дразнил, обзывал, да, там, в университете, в жизни, в принципе. И для меня было важно показать то, что я вот действительно нормальный, адекватный человек. Привет, я Вика, и это шоу «Академия порядочных парней». А с какого года ты слушаешь рэп и увлекаешься хип-хоп-музыкой? Есть ли среди вас те, кто, как и я, слушает рэп с 2006-го? I've managed to track the video producer down, and she's told us that she's left because of this. This is the notification of a criminal investigation for sexual assault against children, and the language in it is extraordinary, especially given the video that we've seen, which is children just talking to Maxim about the fact that he's gay. But here it says that these are topics of a debauched character, that the aim was to sexually arouse the children. The Kremlin has told us that this is nothing to do with them. The investigators themselves haven't responded to our request for comment. The producer, though, has agreed to an interview, although she doesn't want us to say where she is. We're going to talk to her online because of just how serious this is. Когда я это узнала, у меня просто земля ушла из-под ног. Я просто уже была готова распрощаться со своей жизнью, свободой, потому что просто от 12 до 20 лет я почувствовала просто реальную угрозу своей свободе. Я, не раздумывая, просто бросила все и просто уехала. Это задумывалось как такой добрый проект. Дети поднимают острые темы, задают самые разные провокационные вопросы, и что нужно на них отвечать, нужно разговаривать со школьниками, с детьми, нужно образовывать их, нужно им с детства объяснять, что люди разные. Arranged to meet one of the mothers of a boy who's in the video, and she's told us already that she's been called in for questioning by the authorities, and she's even had the social services come to visit. So she's obviously extremely worried about what's going to happen next. Они считают, что это нанесло вред психике ребенку, что он стал потерпевшим, то что с ним пообщался. No. Если вот мне, допустим, мама расскажет, что 2 плюс 2 – 4 равняется, это то же самое, как я узнаю, что есть такие люди, как геи. Честно, сейчас состояние, как на вулкане. Не знаешь, что ждать. Иногда кажется, что это все резко оборвется и поставит точку. Do you wish you'd never taken part in this? Я себя нахаял, да, то, что вот зачем я пошел, зачем я этим занимался. Но когда я уже подуспокоился, я понял то, что, ну, я ни о чем не жалею. Я сделал правильно. У меня весь директ полностью в сообщениях, да, то есть мне действительно вот писали и девочки, и мальчики, и все писали. Многие писали то, что там, спасибо, что ты рассказала себе, что ты вот так заявил, да, ты нам придал уверенности какой-то, сил, да, там, и терпения.